было не развернуться. Ох, как же ты хороша, КамАЗ-6520. Шасси, который превратишься в сельхозника. Сейчас мы тебя загрузим запчастями с гараж 500, город Набережные Челны. И вперед, Алга, Краснодар. Ну, я машину специально подальше поставил, чтобы там и пофоткать, и уже оттуда посвободнее будет и перегрузить вещами. Опять кто-то звонит. Вы уж извините, что я так скидываю. Так, давайте добежим. Ну что, вид тут поинтересней. Открыт? Нет, не открыт. Все, открыл. И дождик такой хорошенький пошел, друзья мои. Все, ну учет поставили на клиента. Переоборудование сделано. Прицеп у них он уже готов, сельхозный. Осталось у них месяц времени на сделать кузов, сельхозник. И все, вперед, 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 вперед. Вот. Что, аккуратно, чтобы все влезло, да? Теперь разместить. Да, да, да. Все влезло и было где спать. Вот тоже сегодня гидроцилиндры под заказ сделали в Челнах. Около гаража 1000. Что имейте в виду. Это все есть. Ох, дождик как пошел. Не знаю, друзья, но я, честно сказать, люблю такую машину. Просто люблю. Люблю свою работу, люблю такую машину. Ну, она просто, ну, соска она. Ну, это вот 6.5.10.22, она как бы, ну, перебор. А вот 6.5.20, она и изящна, и красива, и не груба, и как бы, ну, прям, и адекватна, прибыльна. Ну, это опять же с своей стороны. Вы тоже напишите свои комментарии, как бы, ну, как вы видите эту машину. Какие слова, да, понятно, ломается, понятно. Ну, надеюсь, что все-таки будет через 3 месяца, через полгода, будет видео от клиента. Ну, сейчас, как бы, как и по Кируму, тоже разговор пошел, как бы, чтобы заказать вторую машину. Так что, ну вот, как-то так. Я думаю, можно смело ставить лайк, друзья. Спасибо.